Доброе утро, хотя сегодня, может быть, стоит сказать гамарджоба, ведь мы будем готовить блюдо с грузинским акцентом. Сегодня салат с пряным нутом и сыром сулугуни. Для салата нам понадобится нут, сыр сулугуни, копченая паприка, несладкий йогурт и зелень. Самым сложным ингредиентом может показаться нут. Его нужно замочить на ночь в холодной воде, затем отварить 40 минут и отбросить на дуршлаг, чтобы стекла вся вода. Если вы не хотите готовить нут так долго, можете взять готовый консервированный. Его нужно сразу отбросить на дуршлаг. Сухой нут мы сейчас будем обжаривать. Если нута у вас получилось много, то обжаривать его надо частями, иначе он будет не жариться, а тушиться. Обжаренный нут перекладываем в миску с крышкой или в контейнер. Добавляем к нему соль и копченую паприку и кайенский перец. Накрываем емкость крышкой и как следует трясем. Пряный нут готов. Мы переходим к сыру в сулугуни. Его нужно обжарить. Обращайте внимание на состав сыра при покупке. Сейчас очень часто можно найти продукты с заменителем молочного жира. Ничего против них я не имею, но для жарки такой сыр решительно не подходит. Итак, в составе нашего сыра должно быть исключительно молоко и свертывающие ферменты. Обжаривать его будем на сухой антипригарной сковородке. Нут и сыр готовы, остался соус. Для этого нужно измельчить петрушку и чеснок и смешать их с несладким йогуртом. Обратите внимание, если в центре чеснока есть зеленый проросток, его нужно удалить. Ну что, все части нашего блюда полностью готовы. Давайте сделаем для него абсолютно ресторанную подачу. Для этого возьмем тарелку и в центр ее капнем небольшое количество соуса. Затем понадобится миска с круглым дном. Этим дном мы придавим каплю соуса и равномерно поднимем миску. Разложим вокруг листья салата, сверху нут и жареный сулугуни. И да, не забудьте поставить рядом соусник с соусом. Наш простой, очень доступный, очень яркий салат готов. Мне лишь осталось произнести привычную мантру. Если у вас есть вопросы про еду, задавайте их в соцсетях или пишите письма на uesobachka.channel4.ru. Удачи вам и увидимся!